Незаконно установленные сточные трубы обнаружили у ручья в Ковезино. На первый взгляд, отходы – это отработанные нефтепродукты. Установить точно это будет возможно после экспертизы. 12 ноября были обнаружены новые трубы со сливом отработанных нефтепродуктов. Ранее проводились работы по сбору и утилизации автопокрышек. Данные трубы были завалены покрышками и железобетонной плитой. Сейчас ведутся работы по раскопке труб для установки собственника и привлечения его к уголовной ответственности. Факт слива отходов ручей зафиксирован. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники администрации Пушкинского, сотрудники полиции и МЧС. Необходимо срочно установить собственника для привлечения к ответственности. Напомню, ранее обнаруженные у водоема незаконные врезки были затампонированы. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Вопрос на особом контроле надзорных органов и администрации округа.